Так, народ, всем привет. Я хочу сегодня вам рассказать про три основных дрона, которыми сейчас на слуху и которыми я сам лично пользовался, да, как они в эксплуатации каждый себя показал. Но давайте по порядку, чтобы не мешать все. Это с правой стороны у нас находится Unit Typhoon H. Как вы видите, габариты я вам просто показал, чтобы у вас была общая картина, да, такого, что с собой возить и как возить. Вот. Ну, Typhoon. Что прикольно, что в нем не нравится, да, то, что здесь есть вот такой пультик еще маленький. Вкратце расскажу, так что, ну, долго не обобщать, может, кто не знает, как им действовать, да, как вы видите, здесь есть только 4 управления, да, там у нас получается 2 джойстика по влево-вправо, вверх-вниз и вперед-назад, вокруг оси, да, влево-вправо получается. Здесь он как действует, когда вы его калибруете, его надо калибровать, здесь тоже GPS стоит. Вот. И когда вы его держите вот так вот, вертикально земле, да, то, соответственно, вы нажимаете вверх, он летит вверх, вниз, вниз, влево, влево, вправо, вправо. Когда вы его поворачиваете так горизонтально земле, то он летит, соответственно, вперед, назад, влево, вправо. Вот. Вкратце так, ну, здесь это видео и так далее, все кнопки. Опять же, здесь все режимы. Да, прикольная вещь. Можно еще у нее чехол ее такой вот одевать. Можно его в этот чехольчик одевать. Как бы он от того, чтобы вода не попадала, можно плавать. И просто его с собой, как бы, как GPS-трекер, как бы, возить. Да, и он его, Юник его вычисляет и за вами летает, снимает вас. Вот. Что здесь еще прикольное? Там в пульте встроен iPad. Ну, по факту я вам скажу так, что я им практически не пользовался, очень редко. Вот, что мне еще нравится в Unic? Unic, вот здесь в пульте есть вот эта вот крутилка, да, что она делает? Она, когда дрон поднимается, вот этим тумблером поднимаются у нее шасси, как вы видели, да, во многих этих. И камера крутится вот вокруг, то есть здесь есть серединка, как бы она вот так до щелчка. И обратно, влево до щелчка и вправо до щелчка, то есть она как бы вот так и вот так действует, да? То есть вам можно не крутить самим дроном влево-вправо, как это на DJI делается, а можно просто плавно вот влево либо вправо, влево поворачиваешь, допустим, в левую сторону, чуть-чуть повернул, и оно начинает медленно. Сильнее поворачиваешь, быстрее начинает камера крутиться. Таким образом, получается более плавная картинка, и тебе не нужно там понимать, где у тебя дрон и как. Но единственное, что когда ты поворачиваешь влево либо вправо, да, потом не забывать возвращать, потому что если вы будете летать по монитору, да, дрона, по монитору, вернее, по камере, то получается, когда вы влево либо вправо поворачиваете, повернули и не вернулись, камера у вас потихоньку она будет крутиться и крутиться, то есть она не остановится. Вам нужно его обратно вернуть, тогда она возвращает в обратное положение и снимает ровно вперед. То есть, понимаете, да, то есть если у вас камера повернулась чуть-чуть, а вы летите вперед, то вам будет казаться, что вы летите в бок. В общем, такая сложная чуть-чуть вещь, но она удобная очень, конечно, когда ты понимаешь, что ты повернул камеру, потом вернул ее и полетел дальше. Когда тебе нужно просто там снять, допустим, слева-справа что-то. Что еще здесь такого интересного есть? Мне нравится очень сложность синхронизации дрона, потом калибровки дрона, обновление дрона. Это все нужно знать, изучать, смотреть обзоры очень долго. То есть это нужно вникать в эту вещь. Да? Что касается Фантома того же самого, там, или Мэвика, там все гораздо проще. Там. То есть ты достал, тебе не нужно ничего там париться. Прям включил дрон, включил пульт и полетел. Unic Typhoon H мне еще чем не нравился, картинкой самой. Да? То есть у него линза. Сама линза, вот эта вот, которая в камере стоит, она снимает чуть-чуть, ну, снимала, родная линза снимала, вот видите, она ведь крутится, как я вот про это говорил, потому что камера сама вокруг крутится. Линза снимала чуть-чуть горизонт, все время вот такой полукруглый получался. Вот, я с этим, конечно, поборолся, то есть такой
сайт Pixar, кто знает, с Юником кто общался. Вот, они делают линзу для этого аппарата. Здесь стоит как раз на моем, стоит от Pixar, я сам ее менял. Там инструкция идет, там ничего сложного, разбираете камеру, вытаскиваете. Ну, там есть нюанс маленький, конечно, но это есть в обзорах, там можете посмотреть, как это делается, кому нужно. И вот пиксаровская линза, она, да, она снимает ровно, классно, вообще картинка шикарная получается. Вкратце, так что, больше ничего не могу рассказать про него особо. Да, вот эти сонары, которые спереди стоят, они видят только стену, и то в некоторых... В роликах я смотрел, он даже в стену врезался с этими сонарами. То есть, то, что касается RealSense, я не знаю, у меня этого датчика нет в RealSense, но так же, как и в DJI, да, и в Phantom, и в Mavic, ну, какие-то маленькие ветки, предметы, все равно дроны эти видеть не будут. Так что все, что говорится в характеристиках, это все так себе вещь. Всегда нужно надеяться на себя, как бы, и не плашать. Если видишь, что ветки, не лети в них просто, не надейся, то, что там что-то сейчас у тебя электроника сработает и так далее. То есть надо все вручную делать лучше. И так что вот эти все остальные навороты, они особо в жизни мало когда пригождаются. Потому что провода все равно не увидят, это опасные вещи. Птицу он просто не среагирует. Ну, как бы есть вещи такие, которые он, ну, электроника просто не справляется. Ничего скрывается. Так, ну что, по Юнику вроде все. Фантом. Фантом что у нас идет? Ну, фантом у нас... Давайте его чуть-чуть уберем отсюда. Да, кстати, он все время парился насчет того, что антеннами вниз вставляется вот этот кейс. Так вроде как логично было бы наоборот сделать. Но... Кейс удобный, вот этот рюкзак. Ну, очень тяжелый, реально тяжелый, ребят. Не носите его. Фантик, ну, все игры, все хорошо. Пульт у меня, видите, пропуск. Такие вещи у меня с ним были. По поводу съемки, вещь, конечно, шикарная. То, что качество съемки у Фантома идеальное вообще. Мне за глаза хватает, не знаю, у меня монитор 4К. Он снимает вот до 60 кадров. Единственное, что когда 60 кадров снимаешь, карточка быстро заполняется. Да, это от этого никуда не уйдешь. Но сигнал. Сигнал слабенький. 300-400 метров. Начинаются помехи. Причем, я говорю, такие глюки случаются, что просто не понимаешь. То есть в Москва-Сити я летал, я на этом фантоме поднимался. До половины где-то здания. Метров там, наверное, 150 было. 200 пропадает сигнал, резко, причем не плавно, там как бывает иногда там помехи, видишь, красные там начинает там моргать или желтый появляется, плохой сигнал. Вот. Тут просто пропал, короче, и все, и я его не вижу. А обычно как в таких ситуациях дрон должен развернуться и полететь на точку домой, у меня стоит там такая функция. Но здесь какая-то непонятная вещь произошла, он летал сам по себе, там просто как бы завис. Я, конечно, полагался на эти сенсоры, но опять же вам повторюсь, что полагаться на них не надо, тем более в темное время суток они вообще практически не работают. Он об этом предупреждает сразу при взлете, что сенсоры эти плохо работать будут. В общем, что происходило? Он завис, там шатался просто на месте, потом, когда уже появился сигнал, он появился там на 300 метрах и в другом месте совершенно. И тогда я только смог включить сигнал, ну, возврат домой, кнопка, здесь же есть кнопка на самом пульте, да. Вот. До того, как вот пропадает, когда пропал сигнал, да, я пытался эту кнопку нажать, то есть она нажимается, но другой чуть-чуть звук идет, и он не говорит тебе, что дрон возвращается домой. То есть что происходит? У него вроде как пропал сигнал, и в то же время как ты его чуть-чуть чувствует, и из-за этого не включается точка, ну, возврата домой. И сам дрон как бы по программе не включает его, непонятно почему. То есть он у меня висел-висел, и в конце концов все-таки я кое-как нашел сигнал, он меня полетел назад, вернулся. То есть непонятно, что бы было, если бы он где-то далеко бы был, и я вообще не смог бы его поймать. То есть мне вот эта непонятная вещь была. Хотя в программе вот говорится, что вот так. Должен, якобы, если бы сигнал теряется, он сразу должен... У меня действительно так все время происходило, то есть куда-то далеко, если улетает он. Но здесь вот он был близко, и как-то то был сигнал, то не было, и ему не хватало как бы
самого качества, что включить вот эту кнопку возврата домой, непонятно. Это было, конечно, один раз, но это было, по факту было. Вот, что еще? В Фантоме мне не нравится, что нельзя подзарядить как бы просто от автомобиля. Ну, есть, конечно, продаются, наверное, отдельно, но она не идет к нему в комплекте, да, и приходится мне подключать сначала этот переходник, 220 вольт делать, да, в машине, потом подключать этот и подзаряжать пульт. Ну, хотя пульта хватает надолго, очень надолго, я вот по этому поводу не могу ничего сказать, аккумулятор очень там такой объемный, нормальный, емкость. Единственное, что еще не нравится, что очень греется задняя стенка пульта. То есть вот с этой стороны, ты когда держишь его, вот, и вот эта часть, она вообще ужасно нагревается. И как бы, ну, ты ее, конечно, по факту не держишься за нее, но все равно она нагревается сильно очень. Что еще, не знаю, вам сказать. Качество вообще, конечно, ночью снимать только на Фантоме можно. Я снимал много раз, конечно, да, там получается что-то там вроде как. Ну, когда смотришь, сравниваешь с Фантомом, конечно, это вообще небо и земля. То есть. Если так в двух словах, да, сигнал плохой, нужно усиливать обязательно, либо антенны менять, либо какие-то усилители ставить, не знаю. Вот. Качество картинки обалденное, подвес хороший, все вообще, тут калибровка очень простая, обновление тоже, то есть там было одно время, у меня оно что-то не ставилось, но это потом я разобрался, это оказалось от Wi-Fi, потому что. И опять же говорю, если бы я почему все время призываю брать не плюс Фантом, а простой. Если прошку хотите, чтобы снимало хорошо, берите простой без монитора, с таким ставьте телефон и летайте, потому что я вот обновление даже дома ставил, и нужен Wi-Fi, для всего нужен Wi-Fi. То есть, если у вас в мобильном там есть LTE, да, которое может и DJI Go записано на самом телефоне, там оно обновляется так и все, и, то есть проблем нет. А с этим чуть-чуть маленькие заморочки есть. Они решаемые, да, но они чуть-чуть приносят неудобства, я скажу так. Ну, вроде как все. Так удобный дрон, хороший. И ничего плохого сказать про него так особо нельзя. То есть только вот как бы сигнал, да, которого реально не хватает. И, ну, и как бы коробка сама, да, она, можно было поменьше сделать дрон. Вот, так помимо Mavic у нас что? У нас Mavic идет картинка чуть хуже, да. Она, конечно, по качеству, если ты днем снимаешь, она отлично снимает, все. Но если чуть темнеет, какие-то недостаток света, уже начинаются проблемы. Во-вторых, это у нас, когда подвес вверх или вниз делаешь, появляется такая мыльная волна проходит, да, мыльница еще называют. Размытие такое пробегает картинки, и это бывает, как будто вот у вас, когда камера поднимается наверх, она так подскакивает, как бы, да, и она содрогается, и картинка дергается. Вот. И это сейчас в последнее время очень часто. Ребят, кстати, у кого есть Mavic, скажите, напишите там в комментариях, есть такая вещь у вас или нет, и с чем-то связано, может, кто знает. Ну, не решается это никак, потому что я уже и заводские настройки сбрасывал и перепришивал там заново, устанавливал все делал, но бесполезно. Так что, не знаю, либо в ремонт отнести, там, пускай посмотрят, либо, может быть, это, ну, это было у меня изначально, то есть, вот, как я его как только купил, такие вещи были. Сейчас они просто чаще начали происходить, непонятно, вот, что еще. С Мэвиком происходило одно время, но это было до этой сейчас прошивки. Сейчас прошивка, которая сейчас вот новая вышла, она вроде этот баг исправила, потому что у меня раньше вылетало вообще конкретно все время DJI Go приложение. То есть ты начинаешь снимать, у тебя раз вылетело приложение, ты его опять как бы загружаешь заново, открываешь, опять летаешь. То есть в это, ну, ничего страшного не происходит, конечно, но это все равно приносит какие-то неудобства, потому что он зависает, он снимает видео, продолжает снимать это видео, да, но если ты снимаешь пролет, то понимаете, да, ты летишь, он раз на середине остановился, когда тебе это не надо. То есть тоже неудобно чуть-чуть. Вот. В общем, в двух словах, по дальности Mavic самый удобный, он самый отличный сигнал, у него там другая чуть-чуть система используется, передача сигнала. По компактности тоже он такой, то есть если вы, грубо говоря, путешествуете, да, куда-то там вам с собой нужно брать дрон все время, постоянно, это Mavic берите и не парьтесь вообще, это, я говорю, это вещь такая, которую, ну, вы не пожалеете реально.
Если вы уже более как бы так снимаете, ну, профессионально, либо вы хотите там реально качество какого-то такого шикарного и часто не ездите, а просто вы вот направлены, да, куда-то едете и вам нужно там поснимать, то это, конечно, Phantom 4 Pro, тут без вариантов, потому что качество съемки, когда вам нужно хорошее действительно получить, полетать, то есть у него там на 3 минуты подольше он летает. Хотя у Mavic 3 аккумулятор, ну не знаю, этому тоже можно докупить. Каждый, я не знаю, я его покупал за 12 тысяч аккумулятор, сейчас не знаю, сколько он стоит. В общем, ну, представляете, да, если вам 2 еще докупить, то есть еще плюс 24 тысячи, то он вам 170 косарей где-то влезает, а ну 160 с чем-то. Ну да, почти 170 тысяч. Ну, так что, ну не знаю, вам выбирать, вам решать. То есть, смотри, в зависимости от... Я, единственное, что я говорю, ну вот Юник, сейчас бы я для себя не взял. С первого раза, когда я только первый смотрел обзоры, так мне никто не подсказывал в этом отношении, да, сам смотрел, сам думал, выбирал Юник, понравился, все, шикарно выглядит со стороны. Но это, опять же, ребята, это картинка, ну, если взять другие данные, все, как бы... качество, там, да, плавность подвеса и так далее, простота обращения, там, габариты, очень много накипает, так что, не знаю, цена практически одинаковая, там разброс плюс-минус, но все равно вот, из них, из всех, если вы более профессионально занимаетесь, то это Phantom 4 Pro. Если вы любитель, только Mavic, ребята. Не знаю, как по поводу Mavic Air, ну, кто что говорит, пока он еще не налетал свое, я так считаю, потому что все основные баги, глюки там и минусы, они потом открываются, когда народ начинает пользоваться. Больше обзоров выйдет, тогда уже да. Вот. Единственное, что мне в нем как бы, ну, по первым обзорам не понравилось, это дальность полета, время полета уже как бы мало, да. Реально, я считаю, мало, то есть... Мне Mavic иногда не хватает, и то. Там, поверьте, даже 2-3 минуты они могут решить многое, когда вы летаете. А так, если в простоте общения и с этими дронами, если от меня чисто, да, вот так, вот такое мнение я вам высказал, как бы вы услышали. Выводы такие, если говорю, опять еще раз повторяюсь, если вы чисто любитель для себя снимаете, это DJI Mavic. И хватает картинки, 4К снимает, и все, и далеко летает, качество сигнала хорошее, маленькие габариты. Опять же, говорю, раскладной, ну не знаю, что еще надо, что еще надо. Ну вот, если вы уже более профессиональный, вам нужно куда-то там для кого-то снимать, там, либо вы занимаетесь этим, Phantom берите вообще, это, если хотите заниматься аэросъемкой, да, Phantom 4 Pro, это вещь хорошая. Ну вот все, спасибо за просмотр. Пишите комментарии, что бы вам интересно было бы рассказать, я вам обязательно расскажу. А так мои вот такие мнения я вам передал. Всего хорошего, спасибо за просмотр.